Два крупных мероприятия в сфере здравоохранения пройдут в столице Казахстана в конце октября. Это глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи, участие в которой примут 650 делегатов из 80 стран. Онлайн подключится еще 2000 делегатов. Ожидается визит гендиректора ВОЗ. В эти же дни в Астану съедутся министры здравоохранения 53 стран для участия в очередной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ. Будут обсуждаться актуальные для региона вопросы, по итогам будут приняты резолюции. Об этом глава казахстанского Минздрава Ажар Гиният рассказала на брифинге с послами зарубежных государств и руководителями международных организаций.